9 мая, утро, 10 утра, мы собираемся с Тимошей идти на парад Победы. Пойдем вместе с бессмертным полком. Сейчас мы ждем бабушку. Нас заберут на машине, и мы поедем. Те, кто прошел всю войну, те, кто погиб на полях сражений, те, кого до сих пор считают пропавшими без вести, окажутся с нами в одном строю. Тысячи городов и поселков, десятки стран, марш памяти в честь героев, которым мы обязаны жизнью. 9 мая. Бессмертный полк. Победным строем во все времена. Come on.